Амаль на фініші у Гродзенскім регіоні уже обрано звыш 292 тисяч гектарів зернєвих і зернєбабових культур. А гэта амаль 95% ад запланаваных плошчаў. Агульны намалот па регіоні уже склаў амаль 850 тисяч тонн збожжа. Згодна аператыўнай інфармацыі Міністерства сельской гаспадаркі і харчавання, средний показчик по урожайности у регионе 29 центнеров с гектара. Тем часом шэраг господарок принимания рапортуют об завершении уборки зерневых и зернебабовых культур. В этом списке СВК Гродзенского, Зельвинского, Мастовского и Шчучинского районов. Амаль завершили жниво у Ваухавыским, Вороновским, Ильевским, Новогрудским, Слонимским районах. До своего финиша наближаются Лицкий, Берестовицкий и Карелицкий районы.